Дважды герой Советского Союза, генерал-майор авиации, первый космонавт, который работал на орбите без скафандра. 5 сентября исполняется 85 лет со дня рождения Андрияна Николаева. Помимо торжественных мероприятий, приуроченных к юбилею, будет реализован проект космического масштаба. Изображение чувашского космонавта размером 100 на 115 метров будет размещено в чистом поле близ деревни Ельниково. Место выбрано отнюдь не случайно. Дорога от дома до школы юного Андрияна Николаева проходила вдоль этого поля. Уникальный проект не только для Чувашии, но и для всей России. Таких проектов в мире существует не больше десятка. Они есть в Америке, есть в Японии. Вот изучив опыт, мы решили, что нужно отдать дань памяти великому сыну Чувашии и реализовать этот проект. Проект, он очень технически сложный. Точность маркировки 2-3 сантиметра, потому что если мы немножко исказим, то лицо перекосит. От точности изображения зависит конечный результат. Тут, как в хирургии, допустить ошибку непозволительно. Для проекта используется дорогостоящая сельхозтехника, которую нужно обслуживать. Требуется рабочая сила и расходные материалы. Для того, чтобы воплотить задумку в жизнь, был создан общественный фонд. Объявлен сбор средств. Вот я сегодня собственным примером заложил определенный свой взнос. И очень будем рады, если каждый житель Чувашской республики окликнется. Не будет покупать даже школьник сегодня, не съест пирожок, не купит жвачку, а направит с мобильного телефона даже 10 рублей. Республика будет благодарна, потому что это поистине наша гордость. И для меня сегодня честь участвовать в данном проекте. И надеюсь, что каждый будет потом гордиться. Принять участие в реализации проекта может каждый желающий. На сайте Министерства культуры Чувашии есть раздел «Агроизображение лика летчика-космонавта Андрияна Николаева». Там указаны реквизиты общественного фонда. Платеж, переводимый на счет общественного фонда, пополняется онлайн. Так что убедиться в том, что средства, отправленные на благотворительность, дошли до адресата, можно, не отходя от компьютера. Дарина Игнатьева, Антон Вовк, Республика.